Дорогие земляки, уважаемые студенты Егорского государственного университета, я рада тому, что у меня есть возможность непосредственно лично для вас передать самое доброе, самое сердечное поздравление и пожелание в связи с наступающим новым учебным годом. Мы все знаем о том, что вы умные, что вы талантливые, что вы целеустремленные. И сегодня для вас пожелание, чтобы вы достигли и сделали все то, что задумали. С праздником. Ваша Комарова.